I just wanted to ask you to begin with about the cooperation of Kazakhstan with ITU on statistics. Statistics are very important to ITU. Can you tell us a little bit about the cooperation of Kazakhstan with ITU on statistics? Спасибо за вопрос. Я хочу сказать, что Комитет по статистике давно сотрудничает с Международным союзом электросвязи, предоставляя на ежегодной основе статистические данные в области статистики информационно-коммуникационных технологий. Эти данные мы направляем в Международный союз электросвязи по установленной форме ежегодно в соответствии с требованиями Союза электросвязи. Следует отметить, что МСИ помогает нам методологией, не только направляя методологию для использования в своей работе. Эксперты Международного союза электросвязи в рамках проекта с Всемирным банком оказывали Казахстану поддержку методологическую, техническую для повышения качества статистических данных и обеспечения их сопоставимости на международном уровне. Это наша основная задача, потому что, направляя данные международной организации, Казахстан обязан обеспечивать их сопоставимость, идентичность на международном уровне, чтобы, сравнивая нашу страну с другими странами, мы определенную позицию занимали, ту, которую реально соответствует действительности. Я хочу отметить, что в соответствии с требованиями МСИ и других международных организаций в Казахстане налажена работа органов статистики, государственных органов, которые осуществляют регулирование области сферы ИКТ в Казахстане, а также с органом-регуляторами в Казахстане, которые работают в сфере совершенствования деятельности ИКТ. Эта работа у нас налажена, работу мы ведем совместно в сотрудничестве с Международным союзом электросвязи. Этому также способствуют задачи, которые выполняют государственные органы в соответствии с посланием президента Казахстана, с нашей основной стратегией 2050, в соответствии с поручением президента Республики Казахстан. Сейчас разрабатывается программа «Цифровой Казахстан», и все наше дальнейшее развитие Казахстана экономики будет связано именно с цифровизацией экономики. Мы должны быть со временем, со всем миром, не отставать и идти впереди. Now, the IDIs are using new methodology now. How do you think that the new methodology of the IDIs will improve work on gathering statistics? Я хочу, во-первых, поблагодарить Международный союз электросвязи, что нас пригласили на этот симпозиум. Здесь мы почерпнули очень много информации, ту работу, которую Международный союз электросвязи проводит в целях совершенствования статистики ИКТ. Сейчас готовится отчет мировой по состоянию уровня развития ИКТ в странах. Разработаны различные методологические материалы по Big Data, как мы вчера слышали. Это тоже очень будет большой материал подспорья для использования в нашей статистической деятельности. И та методология новая по увеличению количества показателей и повышению качества стат данных, которые требуют Международный союз электросвязи и их методологические разработки, нам помогут в дальнейшем совершенствовании статистики ИКТ на национальном уровне. Их внедрение поможет обеспечить внедрение показателей не только просто статистики ИКТ, а статистика ИКТ дает информацию для показатели цели устойчивого развития, которые все страны сейчас приняли на заседании ООН. Все практически страны подписались под этим документом. Мы должны внедрять показатели цели устойчивого развития. Сейчас в Казахстане проводится работа по внедрению этих показателей, по разработке их, по разработке методологии. Формируются мероприятия в этом плане. И Казахстан должен тоже в ногу идти по внедрению показателей ЦУРов. Я думаю, методология Международного союза электросвязи поможет нам по внедрению этих показателей на национальном уровне, и чтобы мы обеспечили качество этих показателей на национальном уровне.